Тогда неудивительно, почему все так ухожено. В таком отеле классно, тихо, природа, спокойно. Где-то вертолет летит. Знаете, вот когда гуляешь в таком тихом, спокойном месте, так сразу хорошо становится, настроение поднимается. Ой, ступенька оказалась. Ё-моя, такая незаметная. Ну хорошо. Ага, там наверху летает вертолет. Не знаю, видно будет. Нет, не видно, потому что он там в кроне. Вон он летит вдалеке. Так медленно. Ищет нарушителей. Сегодня тепло, суббота. Может, кто-то шашлыки жарит. Огонь разводит не в положенном месте. Ну и тому подобное. Смотри, как ветка рухнула, сухая. У нас будут тут такие ветры, что не только такие ветки падают, но еще и деревья. Вообще, Ростов в последнее время очень ветреный стал город. Особенно, когда осень и весна. Резкие переходы температуры. Вот он летит. И ушел в крону. Прогремел и ушел. Так я о ветрах говорила. Ветра у нас просто тут бывает. Еще чуть-чуть и уже ураганы. Вот настолько стала резкая погода. Так. Вот, посмотрите, какая система поливов стоит. Выведены трубы, поливалочки. Потому что я видела некоторые парки, причем вновь созданные. Система полива вообще не обеспечена толком. Что-то там подобие такое лежит на земле. В случае морозов это будет перемерзать. Ну, естественно, портится. В общем, это не тот компот. Здесь, я смотрю, более грамотно подошли к системе полива. Так, что тут у нас загородили? Забор стоит. Куда это все меня выведет сейчас? Короче, иду я дальше. По ходу движения, что тут есть, не знаю, посмотрю. Вот так я с этой улицы Погодина сюда и вышла. Гуляю пока по парку. Забор стоит, но есть такое подозрение, что его и недавно поставили. Возможно, его тут раньше не было. Тут тоже огородили. Такой жестянкой некрасивой. Лучше бы живую изгородь посадили. Было бы классно. Это, походу, частная собственность чья-то. Отсюда так огородили. О, что это за ограда? Не поняла. Тут уже та же самая надпись. Даже розы вокруг посадили. А что здесь такое? Нет никакой надписи. Деревья свежевысаженные. Есть у меня подозрение, что там находится какой-то водоем. Сейчас мы туда продвинемся.
парк умиротворения, релаксации. Тишина такая классная. Точно. Там какой-то водоемчик. Фонтан. Медицинский центр. О, да там колесо крутится. О, какая система. Это, наверное, искусственный водоем. Рыбы плавают. Я даже рыбу видела сейчас. Смотрите, какой сюда, какие рыбки большие. Не знаю, видно. Посмотрите, какой хвост. Осетры. Какие большие. Вода мутная. Мутная, конечно, но... Мне так видно, не знаю, камера передаст, не передаст. Там такие рыбы большие. Рыбки, плывите сюда. Нет, реально, там большие рыбы. Вот она плывет, большая такая. Вот, 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 смотрите. Не знаю, передаст камера, не передаст. Если б я знала, что вы тут плаваете, я бы что-нибудь с собой прихватила. Да. А большие маленьких не кушают? Там рыбы большие. Ну да, это искусственный, да? Давай. Водоемчик. Родник натуральный, а пруд туда выложили. Хвост как светится. Ух ты, ух ты. Классные рыбки. Ой, ты какой большой. Какой ты большой. Ага. Ну да. И малютки плавают. Ну конечно. Я думаю, что это охранник за фотографию 100 рублей. Как в Абхазии. Да, где угодно. Это Саня Громадина. Вот в Индии тоже, помните, это? Все, змеи или чем он сфотографировал? А, ну да, змеи команды. 100 рублей или как? Руки, 100 рублей. Руки, руки. А скажите, вот эта улица Погодина, она вот сюда в парк упирается и все? Да, и все. И больше никуда не продвигаю? Нет. Все, а понял. Куда? Здесь же речка, Темирничка. Ну, за Темирничка. За забором. Ясно, спасибо. За забором. А раньше здесь кинотеатр был. Площадка и... А здесь питьевая галерея была, не знаю, что там сейчас. Вот, да, минеральная вода. Вот это же минеральная вода сверху течет, и вот сюда, вот в эту питьевую галерею она стекает. Когда-то приходили, пили, сейчас не знаю, что там, наверное, закрыто. Раз
Ростовская минеральная была раньше, вот, называлась Ростовская. По всей стране разводится. Там рынок был, питьевая галерея была. Ну, вот так. Вот такая вот у меня интересная прогулочка получилась. Заканчивается она в парке в этом со сетрами. Питьевая галерея. Говорят, там питьевая галерея. Они тут огородили все так. Вода, лечебница. Вот так вот. Клиник. Акваклиника. Вот так. Интересно, деревца такие пушистые, зелененькие. Вот это тут еще роща продолжается. Какая у меня насыщенная сегодня прогулочка. Я думаю, люди, которые тоже живут на Погодино, они сюда ходят гулять. Я думаю, моя зрительница тоже сюда ходила гулять. Какой парк интересный. Никогда здесь не было. Вот, никогда не доводилось. Вот что значит хорошие идеи. Так, там есть какой-то лаз. Это там темирник. О, какой инициал. Ух ты, ёлопалай, это что, крест даже стоит. Кто тут живет? Такой вот крест. Ничего себе. Знаете, в таких местах, я не говорю про это именно, но вот в таких местах находятся разные секты. Так, тут еще порядок, я так смотрю, наводят. Все перекопано, перерыто. Вот он, красавчик, летит. Да он что, тренируется, тестируется?